Chanel, c'est toujours la clôture de Fashion Week, c'est toujours la fête, c'est toujours le grand spectacle, c'est toujours exceptionnel. Все с большим энтузиазмом относятся к каждому шоу Chanel, которое проходит, и все, все знают, что Карл Лагерфельд всегда придумывает что-то новое, грандиозное. Это самое большое шоу Парижской недели моды, без привлечения, можно сказать. Оно собирает самое большое количество гостей. Ну, что в приглашении написано Chanel Art, что-то очень красивое, яркое, навеяно современным искусством. I'm really excited. It's my first time in the Chanel show, so I think it's going to be great. Thank you.